Остались без балконов. На горячую линию СТВ обратились жители одной из могилевских хрущевок. Полтора года назад их дом поставили на капитальный ремонт, но работы не завершены до сих пор. Людям запретили выходить на балконы, а кровля протекает больше прежнего. Не получив помощи в инстанциях, жители обратились на телевидение. Юрий Прокопенко выехал на место. Вот так должна выглядеть стандартная хрущевка после капитального ремонта. Буквально за 3 месяца дом изменился до неузнаваемости. Его жильцам повезло, и теперь им завидуют соседи. Жители вот этого дома, ремонт которого начался 1,5 года назад, но все никак не закончится. В руках у Геннадия Укружского предписание о запрете выхода на балкон. Черным по белому причина – аварийное состояние плиты. Балконное ограждение коммунальщики демонтировали, а выход забили досками. Мы так ждали этот ремонт. И вот, видите, забили балкон – нельзя выйти на балкон, не подышать свежим воздухом, не поставить никакие продукты, которые портятся в квартире. С другой стороны дома выходы на балкон оставили открытыми, но открывать их тоже категорически запрещено. Однако не все следуют предписанию. Вера Потупчик, как и прежде, сушит на балконе белье, хранит вещи. Женщину волнует другое. После того, как коммунальщики отремонтировали кровлю, она стала протекать еще больше. Вот, пожалуйста, отстали обои. Все вот до самого низа, все поотстало. Вот угол, вот вверху балка. Это первый капитальный ремонт дома за более чем полувековую историю. Планировалось поменять кровлю, утеплить фасад, балконы переделать в лоджии, но обещанного жильцы уже 1,5 года ждут. Ремонт этого дома, это, ну, слов нет. Мы везде писали, но везде у нас были отписки. Мы надеемся и верим, естественно, что у нас будет, наконец-таки, дом доведен до ума, как говорится. У нас сделают дом нормальный, чтобы вот такое вот безобразие у нас больше не было. В мэрии ссылаются на непредвиденные обстоятельства. Когда начинали ремонт, не знали, что балконные плиты в аварийном состоянии. Хотя жильцы предупреждали, не ровен час перекрытия начнут падать вниз. По результатам обследования проводится корректировка проектной документации. Вот. Но на это тоже все идет время. Объект полностью обеспечен финансированием. И, ну, с учетом погодных условий планируется завершить до конца первого полугодия. Жители этой хрущевки согласны подождать. Полгодом раньше или позже уже не принципиально. Главное, чтобы слова слова не разошлись с делом. Юрий Прокопенко, Василий Лосенков, телекомпания СТВ, Могилев.